Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем еще не знакомы. Меня зовут Алексей, сегодня у нас с вами будет распаковочка и обзор моего заказа по Орифлеймовскому каталогу. Поэтому, если вам интересно, что я заказал, то оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Друзья, забыл начать видео, сказать, с какого каталога, я не помню. Вы знаете, у меня такая проблемка, что в этом каталоге, 10-й, да, по-моему, 10-й каталог, я еле-еле собрал заказ, потому что настолько мне каталог не понравился, а терять подарочек не хотелось, поэтому мне пришлось вот поднапрячься и собрать заказ. Что я заказал в этом заказе? Я заказал глейзер, так как он сейчас идет по скидочке. Вот, и я решил заказать его про запас, сразу два штучечки. Вот, я уже говорил в одном из видео, что это один из древнейших ароматов в компании Орифлейм. Он существует уже довольно долго уж. Я точно знаю, что лет 20 он существует. Вот, сам я лично им не пользовался, но обещаю, что скоро сделаю затест этого аромата. Но приблизительно я, конечно же, по составу почитал. Приблизительно понимаю, что это не мой аромат. Он рисковатый, он, наверное, будет для меня тяжеловатый. Заказал по привилегиям. В прошлом каталоге я набрал 150 баллов. Соответственно, у меня можно было заказать продукт с 50% скидкой. Я решил еще раз заказать Excite. Он у меня еще есть, но я еще один закажу. Потому что аромат этот популярный. Я думаю, что я его продам без проблем. Вот, он мне обошелся в 6000 тенге. В каталоге он сейчас минимум стоит 8000. Это подарок, друзья. В этом каталоге я получил вот такой вот набор. Novage. Линеечка Novage. Это крем. Здесь я еще пока не разбирался, что это. Что это за сыворотка, возможно, какая-то. В общем, буду разбираться. Напишите в комментарии, кто пользовался этой линеечкой. Пока не знаю, куда мне этот подарочек девать. Буду надеяться, что у меня среди клиентов будут клиенты, кто пользуется этой сывороткой или кремом. Слушайте, ну вот заказ на самом деле небольшой. И еще я заказал тушь 5 в 1. Тоже один из самых ходовых продуктов, который должен всегда быть в наличии, потому что это востребовано. У каждой женщины должно быть в косметичке пару тушей. Вот, поэтому, как видите, как минимум я обслужил человек 5 сейчас. Вот, в принципе, все. Здесь еще какие-то я пробнички дозаказал, потому что очень интересно будет попробовать данные ароматы. Вот, здесь, по-моему, пробнички новых ароматов, которые на обложке 10-го каталога. Ну, а у нас с вами, впереди 11-й каталог, обзор 11-го каталога. Поэтому дождитесь обязательно, на моем канале скоро выйдет обзор нового свежего каталога. Друзья, ну вот, в принципе, и все. Вот такой вот у меня небольшой получился заказ. В этот раз на 100 баллов, потому что я еще раз говорю, что каталог был очень-очень неинтересный. Было очень с трудом. Я вообще думал, что я не соберу заказ. Я не буду делать. Думаю, бог с этими подарками, пропущу. Набирать лишний раз ничего не охота. Но тут все-таки подсудобило. Вот тушь меня подсудобила очень сильно. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в следующих обзорах. Всем пока-пока. Пока.